В Самаре в прошлом сезоне привели в порядок 45 участков автомобильных дорог местного значения протяженностью более 41,5 километра. Установили 35 светофоров, 939 дорожных знаков, смонтировали почти 17 тысяч метров пешеходных ограждений. Все эти объекты находятся на гарантии и сегодня проходят проверку. Все, что заключено в рамках, какие работы выполняются в рамках муниципального контракта, все это находится на гарантии, все это должно содержаться подрядчиком, поэтому все объекты, которые здесь устанавливались, будут проверяться в рамках гарантии. В первую очередь проверяют участки возле социально значимых учреждений, школ, больниц, детских садов. Особое внимание объектам с элементами благоустройства для маломобильных граждан. Проверяется наличие и целостность тактильной плитки устройства пандусов. В приемке объекта после капитального ремонта участвовали и общественники. Инвалиды-колясочники проверили, насколько удобны новые съезды и остались довольны. Человек на коляске может самостоятельно перемещаться по городу, по всей инфраструктуре, не прося ни у кого помощи. Вот когда у человека нет проблем, он чувствует себя совершенно комфортно, безопасно. Такой осмотр гарантийных дорог после осенне-зимнего периода проходит ежегодно. Проверка выполняется как визуально, так и при помощи специального инструмента, например, дорожно-строительной рейки. Все замечания фиксируются в акте совместного осмотра. Дефекты подрядчикам придется устранить за свой счет. Будут направлены претензионные письма в адрес подрядных организаций о необходимости устранения выявленных замечаний. Администрация городского округа Самара поставлена задача в кратчайшие сроки провести осмотр и в течение апреля завершить работы не только по осмотру, но еще и по выполнению гарантийного ремонта. Нет нареканий по состоянию улицы Фадеева. На Победе необходимо доработать парковочные карманы. На Мичурино-Масленниково придется восстановить дорожную разметку и плитку возле поликлиники. К работам приступят, когда установится теплая погода. В этом году по нацпроекту комплексно отремонтируют 7 объектов, 25 большими картами. Из них 8 дорог ведут к медицинским учреждениям, 16 – к объектам образовательной сферы. Светлана Кудрявцева, Ирина Болесникова, Василий Колдашов. События.